Участие Тюмени в новой программе по стимулированию жилищного строительства позволит снизить рыночную стоимость квадратного метра. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Напомню, по поручению президента застройщикам за счет субсидий федерального бюджета Дом.РФ будет выдавать кредиты под 3-4% годовых. Областная столица вошла в четверку пилотных регионов. При выборе учитывалась готовность правительства, а также наличие перспективных земельных участков в федеральной собственности. Владимир Якушев отметил, что планирует применить подобную практику и в других регионах. В рамках Уральского федерального округа мы должны выйти на цифру 10 миллионов, более 10 миллионов квадратных метров. Цифра амбициозная, но в целом, значит, мы уже в предыдущие годы в рамках Уральского федерального округа почти 8 миллионов в год строили. То есть шаг в 2 миллиона на 6 субъектов. Не скажу, что он маленький, он значимый, но тем не менее он возможен.